Вчера более 30 тысяч чебоксарцев вышли на первомайскую демонстрацию. О том, как это было и под каким девизом вышли на праздник труда и весны, в нашем репортаже. В столице республики прошла первомайская демонстрация. По традиции уже в 9 часов утра жители Чебоксар начали собираться у памятника нашему земляку, дважды герою Советского Союза, летчику-космонавту Андриану Николаеву. Здесь и трудовые коллективы, и профсоюзы, и общественные организации, и политические партии. Этот праздник является праздником весны и труда. И это символом всех созидательных начинаний, это светлое будущее, это глубокое уважительное отношение человека труда. И, конечно же, всех нас сегодня вот это праздничное настроение вдохновляет на общее единение и на добрые дела, на мир, согласие. Я всех жителей республики поздравляю с праздником! Шествие началось ровно в 10 часов. Демонстранты прошли по главной улице Чебоксар, проспекту Ленина. Открыли шествие оркестр МВД. В первых рядах глава Чувашии Михаил Игнатьев, депутат Государственной Думы России Леонид Черкесов, спикер парламента Чувашии Валерий Филимонов, глава Чебоксара Ирина Клементьева, лидер профсоюзов Чувашии Анатолий Коршунов. В этом году мероприятия по всей России проходят под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь». Центральная улица Чебоксар празднично украшена. На каждой точке свое действие. Здесь и уличные театры, и артисты, и спортсмены. Стекается это людское море в центр праздника, на Красную площадь. Профсоюза за справедливость. Наш опыт и знание тебе, моя страна. Май трудовой, май победный. В этом году, по оценкам организаторов, в шествии приняли участие более 30 тысяч человек. Настроение отличное. Большой праздник. Тысячи людей, граждан. Мы еще раз говорим о своих правах. О праве на труд, на мир, на счастье. На счастье наших детей. После первомайской демонстрации на Красной площади продолжился праздник. В течение всего дня здесь выступали творческие коллективы столицы республики.